Воровской жаргон, блатная феня. И опять числительные числительные. Русский преступный элемент вряд ли будет учить систему счисления с другим основанием. Почему они все не русские преступные элементы? Когда люди придумывают какие-то тайные языки, то обычно бывает, если придумывает не лингвист, то обычно бывает одно и то же. То есть человек придумывает слова, а логику того, как они должны соотноситься друг с другом, берет из своего родного языка, конечно, потому что, ну вот же логика языка-то, вот она же есть, он же ее знает. Ну поэтому слова-то мы заменим, а логику-то мы оставим. То, что в других языках логика бывает внезапно совершенно другая, это кому как повезет. Лингвисты про это знают, а нелингвисты обычно про это просто не задумываются. Ну что тут служит десяткам, я думаю, понятно. Ма? Да? Ма. Да. А марлик это 10. Да, марлик это 10, а мар это окончание десятка. А вантера это 8. Да. Сидюк 7. Да. Пандер 6. Ино 5. Девер, это 10. Да. Итак, у нас есть это 10. У нас есть пену, которая 5. У нас есть шон. Есть что у нас еще? Шондера это 6. Сизюм. 7. Это 7. И поэтому мы знаем, что марлик пену это 15, марлик сизюн это 17, пену мар шондера 56, шондер мар сизюн 67, сизюн мар пену это 75. И дивер это 9, кстати. Дивер это 9, а вот. Или наоборот. Смотрите, у вас там, строго говоря, квадрат. У нас есть дивермар шондера. Сколько-то там 6. И дивермар вондера. А еще у нас есть вондермар. Шондера. То есть опять сколько чего-то 6. И дивермар, пардон, вондермар, дивер. И все это у нас есть, значит, 86 и 96. А также 89 и 98. Понимаете, да, что они входят симметрично? Ну, кстати, я могу, знаете, что сказать? Да. Человек придумает язык, он хотя бы какое-то основание родных слов берет. Соответственно, 8 начинается на 8. Соответственно, это вообще вполне может быть вондер. А 9 на D начинается дивер. Докажите, пожалуйста, что мы имеем право применять потому что такого рода соображения. На P начинается 6 на Ш и S на 7 на S. Ну, 10 на P. Но ну, это... да. Это исключение из правил. А 10 нельзя начинать на D, потому что оно с девяткой тогда будет путаться. А, да. Поэтому там тоже не дураки сидят. Вот. Ну, смотрите, чисто математически они входят симметрично. Если мы считаем, что это восьмерка, то тогда это 86, это 89, это 96, а это 98. Если мы считаем, что это девятка, то тогда это 96, это 98, это 86, а это 89. Да? Но вот то соображение, которое высказала Женя, оно правильное. Действительно, для того, чтобы это можно было запомнить, даже преступному элементу, не отличающемуся особой мыслительной активностью,
сохраняются от русского языка. Вондер – это 8, а дивер – это 9. Ну и дальше, соответственно, можно считать из каких угодно. Марлик, дивер – это сколько? 19. 19. Сизюмар – 70. 70. Пеномар вондера – 58. 58, да. А 16 – это… А зачем Марлик Шондера? Марлик Шондера. 57 это Пеномар Сизюм. И да, и 99 Дивермар Дивер. Ну, как вы можете заметить, наверное, это какая-то очень древняя воровская феня, когда копейки считать было еще актуально.